23 февраля. Утренний звонок Андрею Рязанцеву. Поехали, Димон. Алло, здорово. Андрей? Я, короче, Вазира тут новый. Это самое, стою у себя тут на складе. Ну ты ж кладовщик же. Короче, стою на Цеткин. Как вообще двери носи открыть? Ну я не знаю. Поковыряешь вот эту тыркаю. Куда, шо тут? Я водила новый. Дима. Ну, короче, стою сейчас на цетке, на складе у тебя там. Короче, тырку замки. Как открыть двери вообще? Влево, вправо, куда? Ну как, чего? Тыркую ключом. Отправила меня туда, черненько ваш, ну это, чикса это. Ну говори, типа, и по всем вопросам звони тебе. А, все, стой, открыл. Все, да, сейчас перезвоню, стой, давай. Утренний звонок Андрею Рязанцеву, часть 2. Буква Велком. Алло, это Дима, возьми тут. Слушай, мать, куда тут вообще идти? Тут же знак бы реально не поехал. Мне, короче, какой офис? Я тут уже, я никуда уже не поеду. Что мне, соляру тратить или что? Смотри, мне, короче, буква Велком. Часть 3. Предыдущий звонок закончился неудачно. Андрей положил трубку. Поехали. Он не берет. Скидывает. Алло, Андрюха, слушай, это Димка. У меня что-то телефон сел там разрядился, что-то не берешь. Слушай, я, короче, я понимаю, ты на работе, как бы, я же сам, ну, на работе работаю, все, вот, недавно устроился. Слушай, в каком углу хоть искать их? Велком. Буквы какие-то. Так мне сейчас надо. Андрюха, хотя бы в какой стороне? Справа, слева, где? Ну, черненько, там, я не помню, какого. Катя, что ли? Я черненькая такая. Наташа вроде как. Андрюха, ну так в какой стороне? Влево, вправо? Ну где искать? Ну, работа. Вот, мне надо узнать буквы, welcome. Ай, короче, короче, вот. Вон, короче, Андрюха надо.